Привет, дорогие друзья! Давайте сегодня вместе приготовим карамель в домашних условиях. Такую карамель можно использовать в качестве начинки для торта, пирожных или топпинг для мороженого, панкейков, кофе, ну или просто кушать ложкой и наслаждаться, ведь это получается очень вкусно. Для карамели нам понадобится 15 столовых ложек сахара, 50 грамм сливочного масла и 300 миллилитров сливок. Сахар всыпаем в кастрюлю с толстым дном и ждем, пока он начнет плавиться по бокам. В это же время сливки вливаем в кастрюлю и доводим до кипения, но не кипятим. Когда сахар по бокам кастрюли уже немного расплавится, то аккуратно передвигаем его с боков кастрюли к середине, до тех пор, пока он весь не растает. Комочков не должно остаться. Внимание, все это делаем на медленном огне, чтобы сахар не сгорел. Когда сахар полностью растает, добавляем сливочное масло и активно перемешиваем. После того, как масло полностью растопится, вливаем горячие сливки. Здесь аккуратно. Масса будет бурлить и пениться. Нужно активно перемешивать. Варим карамель примерно 5 минут, постоянно помешивая. Я это делаю венчиком, чтобы карамель получилась нежной и без комочков. Карамель готова. Из данного количества ингредиентов получается 500 грамм карамели. Переливаем карамель в удобную для вас посуду и даем ей остыть. По мере остывания она станет более густой. Как только остынет, можно дегустировать нашу полученную карамель с приятным сливочным вкусом. Вам приятного аппетита и спасибо за просмотр. До скорых встреч!